Тут можно здесь выйти на море, к морю, к морю, к морю. Хорошее агентство. Девочки работают. Все подробно расскажет. Мушмала даже не цветет. Может, она уже отцвела? Нет. Нет на ней вообще плодов. Нету. Мушмалинка ни одной. Нет. А, ресторан Ивушка. Давай пройдем, где... Нет, здесь нет прохода. Такой сложный проход. Значит, вот люди топчут газоны. Да. Вот такой ресторанчик Ивушка. Смотреть, что здесь. Услуга все включена, доступна. Для гостей с браслетами. Дальше. Вчера приехали, сегодня дошли до конец. Но мы еще море не видели. Браслеты есть же? Да. Конечно. Ну вот расписали. С 11 до часа и с 3 до 6 каждый день. А что здесь? Вот кофе вижу есть и... Кофе, блинчики, мороженое, а с той стороны там сосиски, пиво, сухарики. Вот там мы дошли. Там-то понятно. Рядом. Вот наш рядом. Спасибо большое. А, ну вот, Валера, а вот, кстати, завтра можно блинчики, и потом пойти на экскурсию. Да, да, а то мы не успеваем пообедать. Угу. Спасибо. Винный шкаф. У вас есть мечта? Тогда вам сюда. Выпейте и забудете про вашу мечту. О, продукты большие. Да. Вот сюда пройти. Видишь, Лен, вот этот закуточек, тут переход. Вот здесь вот, да. Переход. Вон там входить. Переходишь на ту сторону под железной дорогой. Здесь же был шашлычок. Ну, сейчас мы идем вот сюда, так, чтобы войти в переход. Надо достать карточку гостя, приложить ее. Да. По ней срабатывает. На обратном пути, спасибо. Действительно, что-то мы... Спасибо. Когда с территории идете, не обязательно карточку гостя прикладывать. СССР тур. Вина. Что здесь? Вина. А, вина. Пиво. Открыто. Продукты. Вот здесь люля-кебаб, шашлык, машлик, кофе шашлычное. Вот, да, это уже получается на их территории, на городской. Да. Шашлык свинина сейчас 150. Угу, баранина 350. Ну, говорят, очень вкусно готовят здесь. Я отзыв много просмотрел. Птичка. Вот такая птичка. И вот спуск на переход к морю. Как, а вот Ивушка. Водичка. Ну, главное, что оно есть. Вот здесь поднимаетесь и направо. Указатель есть. Пляж Бургас. Там вот
тут все закрыто, там четверка, отель прекрасный. Там находится, да, территория Южный 2. Вон там все перекрыто. А здесь вот сколько? Ну, пускай 100 метров пройти до нашего, до входа в Бургас. Вот здесь проходная в Бургас. А это вот корпус 5. Пляж пансионата Бургас. Лен. Карточку. Ну, карточку надо приложить. Ну, да. Здрасте, У меня карточка. А, спасибо. Ага. На, прикладывай карточку. Там. Вот. Там наоборот. А когда оттуда пойдем, не надо будет. И еще раз. На, Валер. Ой, а я одну карточку. Проходите. Сейф убрали, спасибо. А эту таскаем для еды. Ну, вдох потерять. Спасибо. Так. Агавы. Прекрасно. Можно размяться. Ну, поддерживают в хорошем состоянии. Сколько уже лет. Все отлично. Ну, как здорово. Нет, здесь все чисто, аккуратно, все убрано. Персонал очень приветливый везде. Буквально везде. Ну, может быть, потому что мы никогда не хамим, не грубим. Ой, Лена, узнаешь? Удочки растут, лыжные палки растут. А маленькие проростки. Том-ям растет. Там тоже его добавляют. Бамбук. Это тоже жилой корпус, оказывается. Да, тут второй этаж жилой. Первый тренажерный зал. Медицинский. Вот корпус 4, медицинский пункт здесь. Внизу там тренажерный зал хороший, кстати. Вот этот корпус весь жилой. Внизу здесь прием пищи. У них свой ресторанчик здесь есть, где они могут кушать. Ну, столовая. Да. Здесь тоже бар есть платный. С такой вот терраской. Некоторые берут вот здесь, в ресторане, пищу. Тоже едят в этой терраске. Когда тепло, когда не сдувает. Ну, как здорово здесь. Территория. О, уже! А я только хотела вам сказать. Раз, два, мы не ели. 3-4 есть, ходил. Вот такая порция блинчиков, то, что вы сейчас отнесли, две тарелки, сколько будет стоить? 170 рублей. Вот две тарелки? Одна тарелка. Одна тарелка. А, ну отлично. Потому что я испугался, думал. Отлично, спасибо. Такие хорошие блинчики, прям вообще. Отлично. Пиво 80 рублей, закуски к пиву от 90 рублей. Ну, вообще здорово. Чебуреки 60. Да. С различными начинками. С пылу жару. Что-то я такой лох. Я думал, что чебуреки все время с бараниной, с луком. Мясная начинка. Ну, это уже не чебуреки. Ладно, я понимаю, там говядина, лук. Лук дает бульончик хороший такой.
Площадка хорошая, огражена, все как надо. Тенты вон какие классные. Да. Ну, купаются люди, вон. Нет, это эти. За которые лучше не заплывать. Буйки. Ну, сегодня хоть не такая волна, как вчера. Вчера говорили, волна там больше 1,5 метра была. Добрый. И вы не мерзнете. Закаленный какой вы. Да. Здорово, здорово, чистенько, хорошо-то. За оставленные вещи администрация ответственности не несет. Ну еще, внимание, вынос шезлонгов к воде запрещен. Вот это правильно. Да, шезлонг перемещать в море строго запрещено. Распивать спиртные напитки категорически запрещено, но это уже, ну это понятно. Там бар. Да, открыли. А зимой, помнишь, там все убрано было. Все. Ой, сейчас здорово. Здорово. И смотрится красиво, да, так? Да. Довольно-таки весело, чистенько. Хорошо. Да. С 2007 года мы ни разу не купались. Черное море. Зато во всех океанах, кроме Ледовитого, успели искупаться. И в десятке морей. Здорово. Раньше вот оттуда, через тот вот переход, который я говорил, за углом корпуса, переход есть через железную дорогу. Там семафор стоит, можно перейти без риска для жизни, без особого. И вот там сзади пройти, и пускали сюда за деньги. За деньги им предоставлялся лежак и зонтик. Я уточню. В этом году сказали, такого больше не будут делать. Высота.